пострадало 16 человек, из них, к сожалению, 13 человек погибли. Все они, погибшие тела, доставлены уже в морг для последующего опознания и проведения следственных действий. И трое пострадавших находятся также в больнице скорой медицинской помощи, где им оказывается все необходимое медицинской помощи. Штаб у нас здесь разворачивается для того, чтобы понимать по обстановке, какая будет помощь оказана родственникам. Также, если такая необходимость будет, мы готовы оказать всяческую психологическую помощь, где будет также проводиться. Кроме этого, для следственных органов мы готовы также предоставить свои помещения, чтобы они могли провести свои необходимые мероприятия. Периодически нам звонки поступают. Хочу также напомнить, что у нас открыто телефон горячей линии, телефон 390982. И граждане могут там обращаться по данному вопросу. Всего у нас на месте происшествия привлекалось 135 человек и 30 единиц техники. От МЧС привлекалось 38 человек и 10 единиц техники.